Всем здорово, всем привет, и вы на канале Гамбита. Здорово, народ, и мне уже исполнилось 10 тысяч, можете меня поздравить, это классное юбилейное событие, и под это классное юбилейное событие нам завозят новый баннер. И нового героя на третью неделю Персиваля, и здесь разрабы переплюнули, реально переплюнули сами себя. Давайте просто ну, немножко подытожим. Во-первых, входит новый герой это демон под Димиурга. Это Эстероса. С ультимейтом фестивального Эстероса. То есть, внешка старого Эстероса будет активна и для нового, если вы вдруг его фулили максили. Но сейчас жалеете о том, что вы не можете поиграть с ним с Эстеросой потому что он слишком тоненький и не дотягивает до уровня ну, нормального сильного героя. Пожалуйста, вот вам герой почти тот же самый, но с другой весьма интересной механикой. Давайте ознакомимся с новым героем, потому что здесь разрабы постарались. В начале боя нам дается два эффекта шепота. Скорее всего, синий баф работает с заповедью, то есть каждый раз, когда мы скидываем какое-то умение, с нас снимается баф. Неважно, кто оппонент, о -о -о -о, типа мы союзники, тот, кто скидывает умение, теряет баф. Здесь у нас будет два бафа, то есть мы можем сами решать, когда мы будем все это дело себя снимать. Скорее всего, первый раунд мы просто скинем одну карту и останется только один шепот. Но при игре от второго хода на нас будут активны сразу два шепота. То есть это герой, который вроде бы как должен подводить нас от игры от второго хода. То есть если мы ходим вторыми, мы более плотные, чем мы ходим первые. Два эффекта шепота на два хода. Урон, получаемый от а, типа конкретным с нашим союзником героем, это либо демоны, либо же герои с заповедью. Демаш снижается на 15%. У нас два эффекта шепота. Это минус 30% получаемого урона. То есть то же самое, что делает Красный Дед, только Эстароса. Вот те же самые 30% дэмэдж редакшена мы будем получать за каждые два эффекта шепота. За каждый эффект шепота. То есть это прикольно. То есть когда мы ходим вторыми, у нас сразу 30% дэмэдж редакшена есть. Пока на вас действует эффект шепота, противник наносит урон определенно... А ну, это, это кривой перевод, но это минус 15% получаемого урона. При атаке героя критический урон противника снижается на 40%. То есть каждый раз, когда нас атакуют, здесь не подвязано по то, что за каждый эффект шепота, либо тому подобного формата, просто есть осторожно на поле боя, минус 40% крит урона это сильно. То есть я всегда говорю там, типа, всяких там арена героев, либо там какое-то элитное ПВП. Крит обороны решает, потому что она уменьшает размер крита. Здесь это все писано в пассивке. Плюс 40% крит обороны. Это круто. С чем того, что это... Ну, ладно, окей, хорошо, это работа на оппонента. На Эсканора это работать не будет на зеленого эсканора, потому что у него есть своя милость, которая не дает ему уменьшать его характеристики такого формата. То есть, с зеленым Эсканором будут проблемы. Но он красный, что является тоже большим плюсом. Кроме того, за каждого конкретного союзника, героя, то есть, демон, либо же герой с заповедью, участвующего в битве, сила атаки, этих героев союзника увеличивается на 7% для каждого, не за каждого. Возможно, просто семерка сверху. Ну, окей, хорошо, семерка не так прям классно, но все равно это 7%. Ну, типа, это все равно какой-то дополнительный стакинг. И каждый раз, когда эффект климат э клима отменяется, все характеристики пользователя увеличатся на 15%, то есть, скорее всего, эстеросы. Пока кривой перевод. Давайте дождемся нормального перевода. Ну, но из того, что мы получаем, кстати, когда весь шепот, то есть то, что мы наложили на себя два бафа, когда весь шепот слетает, Типа, отменяется этот эффект. Все враги получают неистовую тьму. Ну, то есть, тут либо беглая тьма, либо неистовая мгла. То есть, такого формата. Короче, получают тьму. Итак, по эффектам. Конкретный герой-союзник. Это демон, либо герой с заповедью. Мел, Гельда, Демиург. Пожалуйста, три героя, которые сейчас играют в ПОП, которые с удовольствием смогут поиграть с ним. То есть, здесь просто будете выбирать. Будете ли играть вы с Гельдой, либо же с синим Мелом. Выбор за вами, как говорится. Шепот. Иммунитет ко всем негативным эффектам. Иммунитет ко всем негативным эффектам. То есть, просто банально Демиург не будет накладывать свои Игнайты. Это плохо, но мы можем через это пережить. Но это не самая важная часть. Вот этот иммунитет ко всем негативным эффектам максимально сильно, сильно катит команду людей с Хаус Артуром. Потому что что? Правильно, мы иммунны к инфекту, который накладывает Хаус Артур. Дайте ему э, заповедь, э, ну, милость Тармиэля. У нас Гельда непробиваемая, у нас Демиург, его просто ауешными умениями нужно добивать, как каким-то образом непонятно. И получается такая фишка, что у нас демошедакшн сверху, и иммунитет ко всем негативным эффектам, в том числе и инфект. То есть это, норм, это команда людей просто будет скамиться. У команды людей сейчас преимущество из-за того, что у них первый ход, и на второй раунд э, Артур кидает свой инфект, локает всем остановление, Эсконор наносит какой-то демош, но команда оппонента не хиляется потому что у них... Ну, они не могут. На них наложен инфект Хаус Артура. Пожалуйста. Если мы хотим похиляться, пожалуйста. Там LR лист, например, четвертый слот для БК, например, да? Либо там какой-то кьюзак uh, такого формата для агрессии. Все, команда живет. Команда хиляется, команда очень классно хиляется, команда реально живет. Это, это крутая тема. Белая тьма. Все характеристики минус 15%. Здесь, я не знаю, тьма будет накладываться серой на два раунда, либо же красной. Потому что если красной, это очень классно будет играться с мелом. То есть мел будет снимать все это дело. Ну, то есть, красный добавщик, ну, извините, для мела никогда не было проблемы снять красный добавщик себе. Так что здесь есть момент, будет ли это красным, либо это будет серая тьма. Но то, что шепот будет серым, ой, синим, я прям уверен. Ну, я не знаю, у меня такая чуечка внутри, что он будет прям синим. И получается красный Эстероса. На замену вот этого вот синего берсерка Эстероса, то есть он будет таким же самым, просто другие умения. Ультимейт то же самый, реликвия та же самая. Убираешь шкалу суперприема со всех врагов, когда кто-то погибает от умения Эстеросы. В принципе, я думаю, это сделать можно будет. Крайне защитный герой, у которого, возможно, уже есть шкаф. Крайне защитный герой, у которого, возможно, уже есть шкаф. И это реально крутая новость. Ну, то есть я смотрю на Астароса и такой, прям, да, новый персик. Не, мы его переживем. Если не будет инфекта, мы вполне спокойно будем переживать. Мы боимся инфекта, да, очень сильно боимся инфекта. Но здесь, да, то, что демоны на демоны, там Демиург не будет накладывать свои дебафы, Демиург дает огромнейшую плотность для команды демонов. Если бы не Демиург, ну, типа, ну все, демоны не были бы такими сильными. Эстероса просто усилит это все дело. Он подчеркнет красиво. Да, он не дает базовые характеристики для союзика э, союзника, но он дает иммунитет к дебафам. Это сильнее. Это так же самое, как Маэль в команде Архангелов. Представьте команду Архангелов по ОП без Маэля. он не собирается вообще никак. Потому что Маэль дает иммунитет к уменьшению характеристик. Та же самая тема и со Старосой. Классная тема. По скиллам. 450% процентов Сингл-таргет. Э, Темная битва. Критический урон увеличен в 2. Урон э, наносимый врагам плюс 50% за каждую беглую тьму. То есть что-то в районе гаммы и ее урона сингл-таргет от шока. То есть та же самая будет тема здесь. То есть как только мы снимем себе второй бабчик, враги получают беглую тьму. Там, например, три героя осталось э, у оппонента. Три беглых тьмы. Ну, типа, три тьмы. И плюс 150% урона. Лайк. Like. Мне нравится. Пока мне нравится. Это просто ауешка от степени пронзания. То есть, не та то же самая тема, как у Гаммы. Только это классный саппорт для демонов. Это круто. Ну и ультимейт старого. Ну то есть, да, здесь есть какая-то ультразависимость у старого Астароса. Да, есть. В плане уменьшения характеристики, мультиплай дэмэдж. 1-6 хватает за глаза. Не 2-6. Не 2-6, как с Демиургом э, Тарихой, либо... Ну, с Тарихой более критично, с Демиургом не так критично и с Персивалем. Вообще не так критично. То есть это классная тема. Это очень классная тема, мне нравится. Ну, то есть, пока на данный момент я в восторге от нового героя. В плане хэллоуинской витрины. Хэллоуинская Марли, ну, она, в принципе, так появляется. Матрона достаточно-таки слабая. Рокси слабая. Шин слабый. Очень слабая. Просто раритетный герой. Самый раритетный герой, потому что он появляется исключительно в таких витринах. То есть, просто если вы коллекционер, хотите собрать коробку, вот именно с таких витрин вы можете доставать Слейдера. Хэллоуинский Гаутер. Реально лайк. Like. Ну... Просто костюмчик раз, просто костюмчик два, кстати, просто костюмчик три. Ну и просто герой, которого раньше выдавали 6-6 на халяву, сейчас ее можно добивать с витрины. Такого формата. Витрина слабая, я понимаю, но герой сильный. Герой выходит на третью неделю Персиваля и полностью перекрывает Персиваля. Ну то есть с Эстеросой я вижу, ну практически 80-процентный винрейт против людей. Даже людей... От... Я затестирую. Я вам серьезно говорю, я затестирую Эстаросу, потому что у меня прям очень хорошее ожидание от этого героя. Посмотрим, конечно, как он играет. На бумаге выглядит как классно, как Захард. Вот как Захард на бумаге выглядел, так же само сейчас выглядит Красный Староса. Посмотрим, сколько у него будет БК и того. И ну, насколько все-таки демоны заиграются Староса. То есть это все дело мы посмотрим, когда он выйдет. Выйдет он во вторник. Следующий вторник. Сегодня у нас среда. То есть через недельку, грубо говоря. Витрина слабая, но Староса нужна одна копия. Не более того. если мы хотим играть дальше на демонах. Дальше у нас идет Донат Магаз. А дальше у нас идет Логин Ивент. Очень приятный логин-ивент. Чертовски приятный логин-ивент. В сундучках может выпасть три гема. Но ну, маловато, но все равно, типа, приятные ничники. Пробуждение, 10 билетов сверху. Поприятнее. Награды и логин-ивент смотрят поприятнее, чем, ну, сам выход Персиваля. но ну, серьезно, Эстероса меня воодушевил, в отличие от Персиваля. Не знаю, почему так, но давайте. Дальше. Мировой квест. Небольшие награды, а, дальше у нас всякие ивентики, ресурсы, тому подобного плана. Дальше у нас будет снова какой-то а, новый босс ивентовый. И здесь очень важно, внешка нагаутера. Вот этот внешка нагаутера. Я хочу обратить ваше внимание на вот эту внешку. Потому что у меня есть определенная команда. Вот, вот выбранная команда, а, вроде как, шестая у меня по списку. Вот. И здесь стоит другой гаутер, не хэллоуинский гаутер. Но у него есть классный костюм, который дает по одной наковальне до 10 штук за прохождение шпиля Форта И вот, пожалуйста, нам выдают и внешку на халяву, и, возможно, у нас герой этот есть. Но если нет, ну, не этот герой, другой хэллоуинский гаутер, который в витрине есть. Сейчас покажу. Вот хэллоуинский гаутер. Возможно, он у нас уже есть. То есть где-то выпали, где-то давали такого формата. Нам нужно было внешка. Вот мы получаем внешку, притом халява. Реально халява. И 10 наковарен в день за прохождение шпиля Форта Солгальс. Великолепная тема. 10 из 10. Это как раз та награда, на которую я хотел обратить внимание. Также здесь будет очень много наград в плане внешки таверны. То есть нормальной внешки таверны. Не там третий сезон, не там улица Персиваля, а именно первый и второй сезон. То есть какая-то классная тема. И тут вроде бы как есть внешка на Берниске Эль. Я не помню точно, но там вроде как должна быть какая-то очень классная внешка для таверны. Дальше всякие типа приколюхи тоже в плане внешки таверны. Тоже немножко внешки для героев. То есть это лишняя ГПшка, возможно, будет для вас. Это вроде меч Слейдера, а это оружие Дианы. Ну, то есть нормальная, адекватная внешка. Все классно. Да, тут эффекты расписаны, новые сет карты. Я, кстати, не смотрел, что за сет карт. Может быть, что-нибудь интересное. Но я пока не смотрел. Это вроде бы гильдейный босс. Ну, то есть, раса демонов, неизвестная раса, дополнительная база за каждого союзника. Скорее всего, с гибосом. У нас, у, у, у нас есть этот сет карт, поэтому это просто повторение старого сета карт. Все. Я просто смотрю, что очень знакомое. Дальше, кстати, снова гемы. Снова гемы. И еще дополнительные награды с боев задир. Еще возвращение битвы Хаоса. Извините, аж это что? Это еще дополнительные 100 гемов, если мы войдем в 1%. Битва хаоса героев, где а, они стоят какую-то определенную цену, и мы выбираем героев за эту цену и играем этими героями. Ну, то есть, влажница в 5000. Удачи, ребят. Ну, снова как бы немножко PvP ПВ, контента. И вот: Эсканор, внешка на эсканор, и это последняя, если я не ошибаюсь, это последняя пятая пушка на эсканоре. Ну, потому что эсканор у меня фуловый был. Ну, то есть до этого всех а, приключений у меня эсканор был фуловый. Тихо, Дайте я найду эсканора. Эска. Вот. Это новый герой, это новый эсканор, и это последняя пятая пушка. Наконец. После... Я не знаю, когда выходил эсканор? Давно выходил, да, там, Сабнак, Тариха выходили, все остальные. Наконец Эсканор получает пятую пушку. Скорее всего, это за донат. Кстати, еще Тариха получает шестую внешку. Не знаю, насколько это прям важно. Но то, что Эсконор получает внешку, это круто. Это реально крутяк. Дальше возвращение старых э, костюмов. Э, Феля, Тюр были раньше только за донат. Не знаю, сейчас будут ли они за гемы либо нет. Это я не знаю. Король демонов уже был за гемы. Э, Эта вся внешка за гемы, скорее всего, будет возвращение старых костюмов. Кстати, на старосу молодым будет классно. Вот этот костюм на старосу молодым будет прям очень классно. Он, он красивый, и, возможно, у вас на Эстаросу не фулшкаф Поэтому здесь костюмчик тоже реально билайк. Like, и, возможно, это будет за 30 гемов. Ну, то есть, там посмотрим дальше. И здесь очень интересное описание в том плане, что... Давайте так. Явление, при котором урон от навыка Элар Кинга Работал неправильно, то есть он вообще не наносился Ну, Практически не наносился. А, они как-то пофиксят. Они сменят пронзание на эффект клина. Клина. Я не знаю, сейчас типа, очень, перевод очень кривой. Я не знаю, что будет там в дальнейшем. Но мне теперь интересно посмотреть, а насколько после вот этой обновы Эллар Кинг снова заиграет. Фьюзи! Фьюзи! Ну, десятку уже взяли. Типа, а, это Альтушки пошли. Альтушки. Не успел до 10 тысяч подписаться. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну и, кстати, да, это дальше еще небольшое дополнение в плане того, что Асторос станет а, сезонным героем для арены героев. Ну, окей. Давайте так. Награды крутые. Ну, то есть, возвращение... пятая пушка на Сканора крутая. Новый герой крутой. Возвращение... Я понимаю, что битва хаоса не всем нравится, но это все равно фановый контент, и какие-то гемы мы отсюда даже пускай ту же самую 30 гемов мы можем забрать. В принципе, ивентов много, ресурсов много. Вот это я уже понимаю, нормальная игра в грехи. Плюс логин ивент за гемы. Если нам вдруг выпадет Эстероса прям рядом, рядом там за 10 билетов, это ж вообще великолепно. Все гемы, все ресурсы пойдут в дальнейшем на следующий фестиваль, либо там коллап, который мы ждем. Ну ладно, фестиваль мы не ждем после выхода, после окончания Персиваля, то есть через 2,5 недели. Но какой-то коллаб мы уже ожидаем. То есть Эстероса выходит прям лайк. Like. Обнова мне нравится. Можете мне за это похитить, что я слишком воодушевился новой обновой, но хэллоуинская обнова смотрится классно в плане ресурсов, в плане гемов и в плане нового героя. Он классный. Реально классный, мне понравилось. Поэтому, ребят, ждем обновы. Ну, завтра посмотрим, насколько хорошо Эстероса поиграет в ПВП. Хочется так оценить, скажем так, взглядом. И, возможно, мы сделаем прям, ну, ну, у нас 10 тысяч уже есть, можем устроить там какой-то турнирчик вместе с Эстеросой и Новым Красным. Ну, должно быть интересно. Поэтому, ребят, подписываемся на этот канал, ставим лайки, не забываем про лайки, вот, потому что здесь будет много контента. Так что, народ, до скорого, свидимся с вами на этом канале. Берегите себя.